Орловщина сделала свой выбор. В регионе проголосовало более 300 тысяч граждан. Это около 50% от общего количества избирателей, включенных в списки. С 8 утра до 8 вечера орловчане приходили на участки для того, чтобы отдать свой голос. К 10 часам явка составила 6,5%, а к 15 часам 34,39%. Я в первый раз проголосовала, и я считаю, что это очень ответственно, очень важно для всех орловчан и россиян в целом. Как мне не пойти на выборы? И столько лет я хожу, и вдруг в конце года не смогу пойти. Лучше жизни ожидаем, работа, чтобы была у всех, дети, чтобы были благоустроены. Нужно продолжить политику, и постепенно восстановится промышленность, начнет работать, и все восстановится. Ждем только улучшения. Все зависит от нас, конечно, кого мы выберем. Так что будем надеяться на лучшее. Нам, пожилым людям, важно, чтобы наше поколение жило лучше. Дети, внуки наши. Мы надеемся, что будет хорошо все.